Любимое увлечение, которое приносит неплохой заработок. Луиза Куртоева в своей теплице разводит цветочные растения. Это хризантемы, около 300 сортов. Шалфей, розмарин, розы, разнотравье и многие другие. Я посадила несколько кустов в один год. И выросли огромные шары. Потом я стала смотреть вон в Ютубе, как люди продают их, организовывают, как дорого, кстати, продают. Думаю, да, я попробую сделать. Хотя мне это по специальности, я сама агроном, умею это делать. Ну, в целости в один год я попробовала, продала там 50 кустов, я их где-то 100 садила. Я их быстро реализовала, потом думаю, да, я займусь реально бизнесом, этим делом. Вот уже второй год я занимаюсь. Бизнес-план Луизы Куртоевой оценил фонд поддержки предпринимательства. После подачи заявки ей одобрили займ на сумму 1 000 000 рублей. На эти средства она закупила посадочный материал, горшки для растений, удобрения. Построила еще одну теплицу, расширила объем производства и даже взяла в аренду участок земли в 2 гектара. Поддержки мне, правда, сильно помогли. Я обратилась фонд поддержки, мне в течение недели рассмотрели мой вопрос и выделили указанную попрошенную мной сумму. И еще я надеюсь, мне еще говорят, что помогут с землей. То есть это в аренду у меня 2 гектара, но реализовать свою идею на своей земле это было бы намного лучше, потому что там есть такие условия, что надо будет маточники, ахшам, их надо на года садить, чтобы с него брать посадочный материал. В фонде поддержки предпринимательства Ингушетии после рассмотрения заявки одобрили займ незамедлительно. Увидели неподдельный интерес к своему делу и четкий план действий Луизы. Ее целеустремленность и то, что даже без значимого стартового капитала не отчаялась и начала свое дело. Вкупе с тем, что Луиза Куртоева, агроном по образованию, не оставили сомнений в решении. Это данный предприниматель, это именно тот случай, когда идеальный случай, когда твоя работа приносит тебе не только деньги, но еще удовольствие приносит. То есть хобби совмещается с бизнесом. Это идеальный вариант, когда человек наиболее быстро развивается и не сдается перед какими-то трудностями. Данный предприниматель к нам обратился. Рассмотрение заявки, в принципе, было быстрое, поскольку тут все понятно, было видно, было. Мы выехали, посмотрели, убедились сами, что человек хочет заниматься этим. И оказали поддержку. Мы видим сегодня здесь и уже посадочный материал, и не только посадочный материал, тут уже и готовые цветы на реализацию, на продажу. Посадочный материал и все необходимое для своего бизнеса она закупает в других регионах и за рубежом. К примеру, сейчас ждет свой заказ из Голландии. 14 сортов хризантем реализует Луиза сама без посторонней помощи. Маркетологов своих нет, шутит она. Покупатель в основном у меня за пределы республики, почему-то, я не знаю, с Грозного, с Нальчика покупают у меня, но с нашей республики пока почему-то мало, или не знают, я не знаю, чем. Фонд поддержки предпринимательства не только выдает займ, но и сопровождает предпринимателя на всех этапах производства. Для расширения бизнеса планируют помочь Луизе с земельным участком. Всего за весь период работы фонда выдано более 1000 микрозаймов. За последние 2 года оказали поддержку 84 заявителям на общую сумму около 150 миллионов рублей. Обязательное условие для получения средств из фонда – четко составленный бизнес-план. Регистрация как субъекта малого или среднего бизнеса. Адам Ирешков, Магомед Дидигов, Новости 24.